Привет, YouTube. Леонид Павлович Сабанеев. Справочная книга оружейных охотников. Разведение серых куропаток. С первыми протальными в начале марта, несколько раньше или позднее, необходимо пускать куропаток, содержимых до этого в неволе, в те местности, где желательно, чтобы они развелись. Само собой разумеется, что характер местности должен соответствовать привычкам куропаток и что не стоит выпускать их в большие или же хотя бы в мелкие, но подчищенные леса. Для куропаток необходимы заросли кустарника, пересеченные покосами и близость полей. В степной полосе нет надобности в обширных зарослях. В средней же надо выбирать заросли, изобилующие можжевельником, по той причине, что можжевеловые ягоды составляют в голодное время большое подспорье в пище куропаток. Надо иметь также в виду, что для каждой пары требуется пространство не менее четверти или 1/6 части десятины удобного места, так как при тесноте многие пары должны будут выселиться. Кроме того, необходимо пускать куропаток в центральной части собственных или заарендованных угодий, а не на их окраины. Выпускают куропаток на волю непременно парами, самца и самку. Причем ловят птиц большими сачками, остерегаясь замять их. Всего лучше ночью. Для того, чтобы парочки несколько попривыкли друг к другу, их сажают накануне в довольно просторную клетку. Всего благонадежнее освобождать пленников в туманный или дождливый день, так как тогда всего менее шансов, что они улетят далеко. Клетку с куропатками выносят ранним утром или под вечер. В избранные заросли и отворить дверцы потихоньку удаляются. Птицы спокойно выходят из заточения и, если найдут место подходящим, а укромных убежищ и корма достаточно, то почти всегда здесь остаются. Поэтому, если кусты не представляют хорошей защиты, а корма еще мало, то необходимо заблаговременно приготовить несколько куч хвороста, куда бы птицы могли прятаться, и около этих куч насыпают какого-нибудь зернового корма. В Бельгии, для того, чтобы куропатки первые дни не могли улететь, крылья и перья куропаток густо смазывают полужидким мылом, которое может быть смыто и счищено только по прошествии некоторого времени. Сомнительно, чтобы этот способ прикрепление куропаток к земле оказалось у нас применимым. Раннюю весною, когда бывают сильные утренники, лучше слегка подпереть одно крыло, чтобы птица не могла улететь далеко. Ни в коем случае не следует выпускать куропаток из рук, как это делают многие неопытные охотники. Обыкновенно при этом самец летит прямиком в одну сторону, а самка в другую. Часто на версту и более, если, конечно, не были подперены. Необходимо озаботиться, чтобы в избранной для куропаток местности не было бы лисиц, и оберегать птиц от хищников. Разведение серых куропаток. Леонид Павлович Сабанеев. Справочная книга оружейных и псовых охотников. Спасибо.